Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Наталья, и вы на канале «Сад в цветах». Сегодня, друзья, у нас распаковка посылочки. Сейчас сходила на почту, получила посылку. Вот такая огромная коробка счастья пришла мне с Белгородской области от Надежды с канала «От печали до радости». Сейчас мы с вами вместе ее распакуем и посмотрим, что же у меня здесь лежит. Всем желаю приятного просмотра. Упаковку буду делать в теплице, потому что сегодня что-то у нас хмурится, и я боюсь, как бы не пошел дождь. Ну что, друзья, открываем. Как всегда, запаковано все отлично. И сейчас посмотрим, что же здесь у нас в этой коробке. Счастье садовода-огородника. Сейчас будем с вами вскрывать и смотреть. Я открою, буду показывать. Это по листикам похоже на жимлость каприфоль. Надежда мне говорила, что она мне отправит каприфоль с очень красивыми желтыми цветами. Я думаю, что это она. Но я еще уточню и спрошу, что у нее. Давайте смотреть дальше. Очиток. Смотрите, у меня нет такого. Какой красивый. Она мне выслала много, сказала, многолетних растений. Надежда, у меня действительно нет такого. Очитка или очитка. Вот такая вот красота. Еще одна традисканция в мою коллекцию. Смотрите, какой красивый лист. Если я не ошибаюсь, мне Надежда говорила, что она тайская, какая-то вариегатная. Вот такая красотка. Вот такая красавица гехера. Посмотрите, с салатовым листом. У меня нет такой. Такая красота. Я уже некоторые прям растения знаю, куда я буду высаживать. Обязательно вам покажу. Надежда, спасибо вам огромное. Какая красавица. Будет теперь жить в моем маленьком дворике. Вот такой самшитик. Смотрите, Надежда сама черенкует и выращивает растения своими руками. Ну, так же, как и я. Мы часто с ней обмениваемся. Смотрите, какой красавец. Милашечка просто. А здесь, друзья, пришло пополнение в мою коллекцию. Это пришли новенькие срезы колиусов. Посмотрите, целый блистер. И вот здесь еще в стаканчике. Но видео по колиусам я сниму обязательно отдельно. И покажу вам, какие сорта у меня теперь появились. Вот это, конечно, богатство. Спасибо большое. Еще пришли мне фуксиашки, срезики. И вот здесь вот укорененный череночек. Трифилка. Мы с Надеждой договаривались о том, что она мне вышлет трифилку. Я хочу сделать из нее фуксиевое деревце. И вот здесь еще вот такие буду укоренять. Ну, листочек отпал. Это ничего страшного, потому что дорога. Вот такая красота. Вот это растение, не знаю, что это. Я обязательно спрошу у Надежды. Ну, значит, то, что мне нужно. Другого она бы мне не прислала по-любому. Вот такая, посмотрите, милаха с заостренными листочками. Обязательно узнаю, что это. Еще не все. Оказывается, двойное дно было у этой коробки. И сейчас будем еще распаковывать. Вот этот плющ. Да, я с ней договаривалась, что она мне вышит вот эту вот красоту. Зеленый плющ. Хедеру, я не знаю. Правильно она называется. Спасибо большое, что не забыли, Надежда. Очень приятно. Дошло все в отличном состоянии. Ну, конечно, я сейчас все буду реанимировать, особенно колиусы. Так. Вот это, я так понимаю, моя долгожданная и очень такая хотелка. Это овсеница сизая. Ой, вообще, я так о ней мечтала. Какая же она красивая. Займет, наверное, место рядом с моим микропрудиком. Вот такая красоточка. Еще один такой злак.
тоже с интересным листом. Такого у меня нет. Но мне очень нравится у Надежды вот именно вот такое вот злаковое, все почвопокровное. Смотрите, теперь и у меня есть вот такая вот нежность. Я ее трогаю, а так приятно, прям очень приятно. Вот это, я так понимаю, тоже фуксиашка, только без листочков. Но вот она с пазуха начинает пускать новые побеги. Но ничего, все будет отлично. Череночек такой крепенький, большой. В общем, друзья, красоты на следующий сезон будет еще больше. Так, а здесь каменные розочки. О, в мох. Смотрите, какие классные. Вот, теперь у меня будет эта красота. Я просто увидела у Надежды, когда она показывала благоустройство территории. У нее там такие шедевры были сделаны вот с этими каменными розами. Так что у меня теперь появилась красота. У меня есть две каменные розы, но не такие. Вот это череночек, я так понимаю, клематиса манжурского. Я думаю, что это он, я не ошибаюсь. Но я еще уточню. У меня манжурского клематиса нет. Белоснежными он цветами цветет. И теперь мой сад будет украшать. И такой клематис тоже. Спасибо, Надежда, большое. Это тоже какое-то, извиняюсь, почвопокровное растение. Такая здесь куртиночка. Ну, вот таким почвопокровником у меня уже подготовлено место около прудика. Высажу их, и они будут там оплетать своей зеленой массой и радовать меня. Красота! Я довольная! Открываю эту коробочку и чувствую стойкий аромат мяты. Шикарно пахнет. Сейчас уберем мох. Смотрите, какой ковер из мелкой-мелкой мяты. Потому что она прям запах, прям жевательной резинки. Ой, вообще просто шикарный. Посмотрите, какая. Ну, здесь мох сверху. Но это ничего страшного. Она дошла, как будто вообще в дороге не была. Просто как будто ее выкопали и мне ее принесли. Вот это вот растение, конечно. Ой, прям аромат, друзья. Ой, вообще, я так люблю эти ароматы. У меня очень много мят, мелиссы, всякие тимьяны. Вот такой у меня не было. Но это просто что-то невероятное. Прям нюхаю. Аромат шикарный. Ну что, друзья, вот такая у меня распаковка. Получила я огромную посылку цветочного счастья. Спасибо, Надежда, огромная. Друзья, я еще вам не показала самое главное. Сейчас покажу. Друзья, у меня есть хобби, не только цветочное. Кто смотрит мой канал, наверное, знает, потому что я несколько раз показывала свое хобби. И Надежда об этом тоже знает. Я когда распаковала вот эту коробочку, я просто, я не знаю, у меня такие эмоции захлестнули. У меня даже слезы на глазах. Смотрите, друзья, я собираю колокольчики. Надежда прибавила в мою коллекцию еще один колокольчик из тех мест, где она проживает. Это вот просто дорогого стоит, честно. Вот вам огромное спасибо. Спасибо вам, друзья, что вы у меня есть. Таких друзей просто надо ценить и ими дорожить. Спасибо вам огромное. Станет на полочку к моим всем колокольчикам. Смотрите, друзья, какая красота. Я счастлива. Спасибо вам большое. До скорых встреч на моем канале. У меня скоро будут еще две посылочки. Обязательно посмотрим распаковку. И тоже одна от моего друга, блогера Анютки. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч на моем канале.